Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим свинину с болгарским перцем. Для приготовления нам потребуется 500 грамм свинины, можно взять любую ее часть, у меня сегодня свиной окорок. 100 грамм лука, 100 грамм сладкого болгарского перца уже в очищенном виде, смесь перцев, сушеный чеснок, подсолнечное масло и соль. В чашу мультиварки наливаем 3 столовые ложки масла, выкладываем полукольцами нарезанный лук, некрупно порезанное мясо, пол чайной ложки сухого чеснока, чайную ложку соли или соль по вкусу, пол чайной ложки смеси перцев, можно взять просто черный молотый перец, и крупно порезанный болгарский перец. Если вы хотите, чтобы он оставался чуть твердым, тогда его необходимо добавить в конце. Осталось все хорошо перемешать, чтобы соль, специи, все распределилось равномерно. Если есть время, то можно это блюдо приготовить с отложенным стартом, то есть оставить мариноваться прямо в чаше мультиварки на 2 часа. А так закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме тушения 1,5 часа. В некоторых мультиварках необходимо добавление воды хотя бы миллилитров 40-50, иначе они просто отключаются на режиме тушения. Время истекло, мясо готово. Смотрите, какое замечательное оно получается. Оно приготовилось в собственном соку, получается нежным, сочным. Подаю на стол такое мясо, украсив зеленью. Гарнир подойдет любой, у меня сегодня гречневая каша. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!